А что тишина? Коллеги, продолжаем нашу пресс-конференцию. Дмитрий Николаевич Черышев готов ответить на ваши вопросы. Дмитрий Николаевич, первое впечатление от игры. Первое впечатление, ну, во-первых, ребята произвели приятное впечатление, особенно моей команды. Первая игра с комом, как говорится, таким трудная игра, много сильная жара, тяжело было, особенно второй тайм, где мы поднажали и посадили соперника в свою штрафную. Команда очень хорошо соперника оборонялась, старались создавать моменты. Были моменты хорошие, были моменты болевые. Даже те не хватило немножко у некоторых футболистов класса, уровня исполнения при завершающей стадии. А так, в принципе, команда только собирается. Сейчас вышел на замену Куль, который приехал 4 дня тому назад, 3 или 4 дня тому назад. Другие футболисты тоже подъехали, которые еще, в принципе, не знают всех тонкостей и задач, которые мы ставим перед каждым игроком. Поэтому, в принципе, потихонечку будем набирать. Очень, конечно, обидно то, что проиграли. Всего единственный удар по воротам. И, конечно, гол красавец, который забил соперник. Но из одного удара старались потом как-то вылезти из этой ситуации. Было тяжело. Сначала стали торопиться, немножко не хватает хладнокровия. Я думаю, что потихонечку будем набираться опыта, и в дальнейшем я вижу огромный потенциал у команды, где она будет находиться там, где должна находиться. Вопросы, друзья? Дмитрий Николаевич, разное начало первого и второго тайма. Во втором такая агрессия шла, и моментов действительно было очень много. А может, первый стоило начинать так немножко более агрессивно, дома, хозяева? Вы знаете, перед игрой я зашел в раздевалку, и когда есть такие определенные моменты, которые я задаю вопрос, да, ребятам, когда я спрашиваю, как у них, как они себя чувствуют, да, и меня больше всего убила одна вещь – тишина. То есть один, два сказали, да, нормально, да, готово. Один, по-моему, два, кто-то сказал, готово. Я раз спросил, два спросил, три спросил. Вот это самое главное, про что вы сейчас говорите. С первых минут нужно выходить, с первых минут, да, мы подготовили, да, мы их размяли, да, мы там где-то их встряхнули для того, чтобы они хорошо вышли с первых минут. Вот этого не хватает, это абсолютно не только в нашей команде, этого не хватает во многих командах. То есть футболисты выходят сначала, и только потом, чтобы войти в игровой режим, бывает довольно-таки сложно. Поэтому и говорят, что да, профессионализм это должен быть на самом высоком уровне. Я хочу еще раз повторить, что играть нужно с первых минут, и, как Константин Иванович Бесков всегда говорил, да, до 94-й, пока не свистнет судья стоп-кадр. Поэтому еще раз повторюсь, да, в первом тайме вроде... Вот этот гол, он сбил абсолютно всех. То есть с первых минут нужно было играть, перед первыми минутами нужно было встряхнуть Якушевича, чтобы он играл так агрессивно. И во втором тайме все, что он выиграл, он должен был играть. Выиграть в первом тайме это все. Ну нельзя же выходить и с самого начала встряхивать так футболиста. Ну, каждый футболист настраивается по-своему, кто-то музыку слушает, кто-то еще, но зато выходит и с первых минут он становится агрессором. Агрессором в футбольном смысле слова, да, таким нормальным. А когда ты как соперник, как игрок позволяешь своему сопернику принять, развернуть, ну, это неправильно. То есть вот здесь вот нужно меняться, здесь нужно готовиться уже в более другом ракурсе и в их сознании должен быть один самый главный аспект. Это выйти с первых минут. Я не могу это подготовить. Да, я стараюсь. Я после первого тайма зашел, могу что-то сказать. Очень красивые слова, ласковые слова. И они слышали в этот адрес всю великолепие русского языка. Но как только мы во втором тайме вышли, мы стали совершенно другим. Ну так нельзя же. Нельзя через выходить на игру через какие-то определенные агрессивные слова. Тут нужно с первых минут, каждый должен себя настроить, каждый должен себя подготовить, чтобы с первых минут начать. Вы знаете, есть такой интересный момент, да, вот боксеры выходят на ринг. И ты вот выходишь, думаешь, ну я сейчас это поклоняюсь немножечко, да, посмотрю, как он играет, работает, да, а потом уже буду вступать в бой. Получил в челюсть, до свидания. Вот мы тоже так же получили сегодня в челюсть.
Вот сегодня мы реально получили в челюсть. И вот надо заставить так, чтобы мы с первых минут уходили так. Сейчас следующий выезд у нас будет нелегкий. Урал выиграл у Сочи Урана. Поэтому наш настрой должен быть только боевой. И команда должна показывать агрессивный футбол на всех участках поля. То, что мы продемонстрировали во втором тайме. Во втором тайме мы практически ничего не дали им создать. И были моменты хорошие. Мне понравился момент, когда Малахову отдали за спину. Мне понравился момент, когда проход по флангу и головой сыграл Жанедину. Там было много моментов. Был момент, поторопился Сухомлин. Нет, Рус Скворцов играл под себя, все здорово, и пробил. Не надо, там покати, и может быть кто-то из партнеров там забил его. То есть мы создали-то моментов, много создали. Использовать их надо. Ну, конечно, нужно использовать, но я еще раз повторюсь, все здорово, все хорошо, команда только находится в момент становления. Вот жалко очень, ничего поделать не можем, нужно время на взаимопонимание, нужно время для того, чтобы они понимали, куда бежать, что делать. Но и то за тот отрезок времени, который мы тренируемся вместе, я вам скажу так, в четверг или в пятницу на прошлой неделе я тренировал 13 человек. 13. Лукман, Джонатан, который должен приехать, еще там один центральный защитник, Черный, который у нас одели ему датчик, у нас никого не было. У нас никого не было. То есть мы тренировали 12 человек. Реально всю неделю тренировали вот так вот 12 человек. Вот только сейчас команда собирается. У нас сейчас на замене сидело два молодых пацана, которые Калинина и Кузьмины из Академии. И плюс 5 человек опять решить. То есть замен 15 человек, как боевая единица, всего лишь 15 человек это было. Но вот мы вот просто стараемся это все развивать. Я думаю, что все будет хорошо, все будет нормально, потому что пацаны хорошие, реально хорошие, есть огромный потенциал. Мы будем спрашивать с них более серьезно, более дисциплинированно. Только с прошлой недели мы начали работать в тактическом плане. Представляете, как строить в обороне, как правильно перестраиваться, как правильно выдвигаться, только на прошлой неделе, и то 13 человек. А нужно, чтобы было сопротивление, а мы даже этого не можем сделать. Мы же не сможем сделать, допустим, взять Дубы, и чтобы Дубы нас возил, как говорится, справа-слева. Но не получится у них это сделать, потому что наши футболисты все-таки более мастеровиты. Это вот такая вот вещь. Ну, вот только собрали. Будем стараться изменить абсолютно всю ситуацию, которая есть. Перейти на тактическую схему. Два нападающих не было соблазна под конец, когда уже проигрывали? Да, вы понимаете, какая вещь? Мы не играем в два. Ну зачем? Вот объясните мне. То есть, получается, мы играем в три. Практически атакующих игрока, которые у нас... Нам перейти на два. Это говорит о том, что нам, значит, нужно Самойлова и Малахов, или там Тонас, Султонов, которые были. Да, мы могли бы перейти на эти два. Но тогда у нас бы два игрока уходили в ширину. И вместо трех игроков у нас получилось бы два. То есть это было бы намного еще хуже. Играть в три соперник сил. То есть если мы, представьте вот такую вещь, если мы играем два нападающих, то есть их три центральных защитника. Три центральных и плюс у нас два нападающих. Они втроем держат наших двоих наших. Это разбирает раз. И третье, а фланг, который у нас находится в ширине, и получается эти два футболиста на флангах, они закрывают еще поступление нашим крайним защитникам, которых сегодня, вот посмотрите, у Скворцова, потом в конце разбежался Паша Шакур, который еще до сих пор никак не может привыкнуть к нашей системе. На протяжении всего года прошлого он играл в 5 защитников, то есть левым коррелером, как мы его называем, левым коррелером, который играет слева, то получилось так, что он еще никак не адаптируется вот к требованиям, которые есть. Ну, медленно, ну, еще когда-то. Зато показали, что мы можем. Вот реально, знаете, когда смотришь игру и думаешь, елки-палки, ни одного момента не создали, ну, ничего не получается, да, или еще какие-то постоянные потери мяча. Сегодня мы во втором тайме особенно создали ту атмосферу футбольную, которая заставит болельщика нам помогать. Потому что футболисты реально сегодня старались. Ребята, играть очень тяжело в такой жаре. И сопернику было легче. Они встали сзади. И, естественно, центральный защитник Шумский, который очень грамотно играл долгое время как в премьер-лиге, так и в первой лиге, знает, как грамотно обороняться. То есть он организовал вокруг себя оборону. И нам, хоть как бы мы ни старались, мы все равно создали моменты, но
100% голевого, как такового, кроме пару-двух моментов, мы пока еще не использовали. Поэтому постараемся использовать любой момент, который у нас будет есть. Значит, больше нужно работать в завершающей стадии. Хотя сегодня были много моментов, где мы создали именно проблемы за спину, открываясь за спину команды соперника. И это говорит о том, что у нас есть, мы на правильном пути. Коллеги, есть вопросы? Спасибо большое. Спасибо.